Александр Градский принял решение занять место наставника в 10-м сезоне шоу «Голос» на Первом канале. И это стало его роковой ошибкой. Об этом рассказал журналист Андрей Караулов. Он глубоко переживает смерть артиста, с которым дружил много лет. Караулов считает, что Градский сам довел себя до гибели. После того, как в сентябре Александр Борисович перенес коронавирус, ему стало тяжело двигаться. Из-за неудачного падения музыкант сломал ногу в нескольких местах, и это усугубило общее состояние. Несмотря на плохое самочувствие, он согласился стать наставником в 10-м сезоне проекта «Шоу «Голос». «Голос» — это проект, который дал ему все, а в итоге забрал у него жизнь. В последнем «Голосе» Саша не мог обидеть генерального директора Первого канала Константина и поехал в Останкино на кровати, рассказал Караулов. После коронавируса Градский хотел похудеть, но это ему не удалось. Ему на ноге сделали операцию, которая прошла удачно. Но встать Александр Борисович не смог. Когда ему стало совсем плохо в Останкино, он не позволял вызвать врачей. Только когда впал в беспамятство, сиделка, которую ему нашла бывшая жена, вызвала скорую, рассказал друг Александра Борисовича Андрей Караулов.